Thank you.
раз добрый вечер. С вами группа Full House. И, друзья, как было написано в афише, к сожалению, некоторые из друзей не смогли, заболели. Сегодня какая-то эпидемия, и из гостей многие заболели. Ну, видимо, связано с выпавшим снегом. Но все-таки один друг, самый верный наш, с которым мы уже много раз выступали, пришел. Прошу на сцену Сергей Терехов. Мы уже много раз играли, и каждый раз приходили к выводу, что нам не нужно специальной какой-то подготовки для такого джем-сейшена, потому что Сергей придумывает каждый раз новые темы какие-то, и мы идем за ним просто. Поэтому сегодня то, что будет, это сюрприз не только для зрителей, но и для музыкантов. Тема обозначена такая – рага. Рага. Не знаю, индийская рага или не индийская, но тем не менее, нечто медитативное. Сергей Терехов и группа Full House. Thank you.
подарка от латентного индуса Сергея Терека и группы «Фулхаус». Спасибо. Мы сейчас посмотрим, как будут развиваться события. Вот эти Сережу еще попросим с нами где-то выйти, подыграть, но пока пойдем по программе.
пьеса называлась «Ап», как бы наверх. У нас сегодня все сверху льется и капает. Обещаю, что будет еще больше. Но все равно стремимся куда-то выше, иначе и нет смысла ей жить, мне кажется, если не стремишься вверх. А дальше композиция с одноименного диска, который, кстати говоря, после концерта можно подойти и приобрести у меня. Называется она «Alone». Thank you.
Никарагу играли, нет? Да. Хотите что-нибудь подобное еще услышать? Да. Сергей, прошу вас, составьте нам компанию, пожалуйста. Я объясню, почему Сергей сегодня принес гитару собственного производства. Это даже не гитара, как выясняется. Вот, и единственное, что у нас есть маленькая заготовка. Основная, сразу говорю, для музыкантов. Сначала до, потом фа. Это единственное, о чем мы сейчас договоримся. И в нашей композиции будет участвовать один очень известный политический деятель 20 века. Thank you.
Композиция, которая пришла ему на ум во время прогулки по кладбищу в Перлашесе. Город Париж все время навевает какие-то творческие мысли. Поэтому вот так, даже да. На Перлашесе, даже особенно на Перлашесе, приходят на ум такие крылатые мелодии, что потом спать долго не можешь. Когда будете в Париже, сходите. Там хорошо. И снова песня уважаемого Георгия. Немножко изменения в программе, поэтому сейчас мы сыграем с Георгием Карапетяном соло на саксофоне. И из Парижа переносимся в Англию. Городок Солсбери. Совершенно верно. Место, которое, знаковое место, которое называется Стоунхендж.
Георгий Горобетян. Когда он играет, я, честно говоря, немножко от реальности ухожу. У кого какой уход от реальности? У меня Георгий Горобетян. Снова песни. Вот если это не джаз, то что это? Следующая песня. Эти слова в этом клубе произносить нельзя. Одноименная с поэмой Горького, но не на дне.
Знаете еще, кто знает, какие поэмы? На дне это не поэма, начнем с этого. Была такое произведение. Да, Цирий это Горький, конечно, да. Про это, помнишь? Дайте мне телефон вашего учителя по литературе. Говорит, знаете, это когда парень, мужик сидит дома, слушает, блин, это сам музыку, жена подходит, говорит, какая чудесная музыка, а что это? Он говорит, Рахманинов, по-моему, какой-то концерт, то ли первый, то ли второй. Она берет диск, говорит, это же Led Zeppelin. Он говорит, блин, точно, я их путаю всегда. Вот, Мцири. Вот, друзья, мне по традиции расскажу анекдот, чтобы немножечко на ночь, да. Нет, подожди. Вот, сейчас поздно просто, да, уже пора идти домой, мы будем закругляться. Знаете, чувак выключил мобильный телефон и бухает 3 дня. И нигде его нету, короче. Приходит в понедельник рано утром в 6 утра. Стучит в дверь, жена открывает, заплаканная, глаза красные, дети бегут. Папа, она говорит, ты где был, сволочь? Я 2 дня звонила во все бурги Москвы, и ты везде есть. Родной племянник Петросяна приехал. Друзья, нет, двоюродный брат все-таки Мартиросяна. Спасибо большое. А то я тебя буду называть... Не надо. Не надо? Хорошо. Вилли Иванович, спасибо. Вот, друзья, ну что, мы в закруглении нашей программы. Хочется... Да. Друзья, если вам понравились мои незамысловатые джазовые песенки, 25 ноября, клуб Арбат 13. Приходите, я буду вас рад видеть. Я, правда, сейчас вас не вижу, тут темно, но я буду рад вас там видеть, да. Да, и давайте закончим этот замечательный концерт. Аплодисменты еще раз композитору Сергею Баранову. Все. Thank you.
ведь на земле с того царя все так похоже. Идет зима, потом весна, и будет лето. Забей на все. Иди к жене, к своей жене. У нас демографическая катастрофа. Делайте детей. Сергей Баронов, Егор Абрамов, Сергей Чепаренко, Денис Шмыков, я Георгий Карапетян. Спасибо большое. Сергей Баронов, замечательный композитор, спасибо, что вы здесь. Спасибо большое. Thank you.
Георгий Карабетян, Денис Шлыков, Егор Абрамов, Сергей Чекваленко, Сергей Баранов.